Но перед началом данного видеоролика я хотел вас попросить, чтобы вы поставили лайк и подписались на мой канал, и обязательно включили колокольчик. Моменты взяты со стрима Азама, ссылка на него будет в описании. Если хотели посмотреть еще какие-нибудь моменты, то ссылка на Азама будет в описании, приходите, смотрите. Ну а теперь смотрим видео. А, все спалили, друзья мои, у них оказывается не любовь, а сотрудничество! Все понятно, друзья мои, это был план скам! Подождите, получается, GamerX сделал, якобы у него появилась девушка, и типа, на этом делать контент, а на самом деле это его сестра! Он каждый стрим называет стрим с Настей, стрим с Настей, стрим с Настей. Ах ты, хайпожоры, твари! А, души за донат. Давай ее нам заберем, Азам. Дебил какой! Это вообще неправда, Настя, это неправда, он вообще врет. Я, ну, она мне сестра. Перемотай стрим, Настя, перемотай. Иди к нам. Не подкатывала никому, она... Ну, так и сказал сестра, да. Перемотай стрим, Настя. Ну ладно, хорошо, раз хорошо, раз это сестра, ну ладно, инцест это дело семейное, сами разберутся. Да нафиг. Чё? Я говорю, раз она твоя сестра, ты же сестра говоришь, ну инцест дело семейное, сами разберутся. Ой, Азам. Ты просто так и скажи, хочешь геймера с девушкой поссорить, и все. Я просто не хочу, чтобы, чтобы геймер использовал хороших женщин. Вот эти вот не полиции, зачем задумывались? Пошлите поможем. Сейчас я понадобили, бля. Бывает, когда вы просите помощи, как это обычно бывает, когда вы кого-то попросили помощи, там, он должен выбежать и стрелять. Тем временем Никуля, я убил, Никуля такая. Привет. И обратно Азам, пошла. Короче, отвечаю, тут замес идет, Никуля такая. Угу. Понял, обратно пойду. Понял, все, ну ты сам справился, ну тогда я пойду, ну ты сам справился, я пойду. Я подошла. Ты убил. Нет, моя бабушка, бля, Бэтмен. Ай, спасайте мое очко! Откуда? Откуда стреляют? Не знаю. Из гаража. Он в гараже? Охренеть. А как вообще? А почему Олег еще не спит, я не понимаю? У меня фулл пачка. Олег Монгол? Не переживайте. А, он отошел. Зачем соло играешь? Он за стенкой. Вы как посмели мою Нику обидеть, хорошую, любимую? А? Что? Любимую? Сука, ебаная тварь, блядь! А зачем ты соло там? В смысле любимую? Сука, блядь, ты рудный. Не понял. Ника, Ника, ты когда улыбаешься, весь мир сияет. Блин, пацаны, кто-нибудь скиньте это, Настя, пусть. Ты когда каблучишь, блядь, все в чате, блядь, тебя пдает. Положу я этого инвалида, второклассника. Это могу спасть. Ой, на нас двигается отряд. Отряд двигается. Они двигаются. Азам гранатомен, блядь, промазал. Заткни. У тебя русский very good. А ну положу я. А еще Азам! Еще один! В упоре! Да он, блядь. Помогай! Не страдай, блин. Инвалид, блядь, такой, блин. Там еще один в будке. Последний. Кто рыгнул дауна? Я такой мерзкий, блядь, отвечаю. Блин, блядь, ты на тыже, блядь. На нас смотрят 2500 зрителей. Зачем вы рыгаете, твари конченые? Да, согласен. Бля, у нас упор. Ну, Никуля никто этот, ну, бля, любит порыгать, короче. Да офигеть. Не офигела, я не фиг не был. Да, зам гранаты научился кидать. Ты на завтрак их едешь. Едешь? Да, едешь. Едем, соседность. Воу, на дискотеку. Наш солидный, ребят, опять стоп донат, он я в шоке с него. А можно мне тоже так же? Го, 5000 лайков, друзья мои. А можно мне тоже так же? Все, кто-то в топ донатов сегодня был. Заруба во вторник. Кем? Скайка за флай. А, ты свои комплексы грубостью прикрываешь?
Вытащи член сорта. Ну, на шведке. Как же с двумя ПП играется? У меня две ППчки, нормально играется, братан. У меня две ППчки, блядь. Гоу, да. Аптеки выкинул бы, давно бы поднял. Гоу, дау. Так я уже... Он дурак, что ли? У него вообще крутой номер, что он вышел на меня. Просто он сгибет меня. Мне Олег вообще убийца. Ну он бот вообще, забейте. Согласен, пожалуйста. Там чё поднялся с пика? Где поднималка? Голос из штека, Олег бот, пацаны. Какой Олег? Олег Майами? Монгол. Олег Монгол. Зачем ты Монгол оскорбляешь? Нормальный пацан. Он бот. Где мы были, оттуда шел, да, этот маха чел? Ну и да, вот этот, ты убил. Да, ты же сказал, спика, придурок. Нет, это не оттуда, я про этого чел говорю, который здесь. Ты на ту инфу даешь, как, блядь, инфизория туфелька, блядь. Нет, я тебя отвечаю, я про этого говорю. Че, да, отвечаем, пиздобол. Приоры понизим, чистим жизнь. Салам алейкум, Абдуля. Абдуля салам передаю, брату двоюродному Пупко. Какая статистика у этого зимородка? Бля, честно скажу, не помню, надо будет посмотреть. Почему вы оскорбляете ангела Монгола, вот этого Монгола? Он же вас, бля, вынесет один на один, бля. Вы чё, блин, исполняете, пацаны? Нет, у меня в чате есть ещё, типа, Олег... Запусти микрофон, перезапусти, блин. Куда пригласить? Перезапусти микрофон. У меня денег нет на микрофон. Че, да, у тебя нормальный микрофон, наоборот, блядь, шакал, блядь, че ты сжалуйся? У меня, знаешь, мой микрофон, моему микрофону уже 3 года, он стоит 2500 рублей. Мой 12 тысяч. Вот видишь, зажрался, сразу видно. Сразу видно будет, когда человек зажрался, а когда человек, простой человек, который имеет 2 миллиона подписчиков, но 2000 рублей стоит микрофон, видите, разница в чем? Я купил тогда, когда у меня вообще денег не было. Блин, а хорош. Были? Последний я дал. Нет, чиль. Зимородок хороший, честно. Ааа, ёб твой рот. Ну левый! -2, -3, -4, склад положил. Пиздобол я, ладно. Блять. Да, я одного положил, другой меня убил, ну ты тварь. Ника, солнышко, спасай меня. Это спасу на месте. Просто солнышко. Солнышко это тут то, что на небе, блядь. Солнышко у тебя, блядь, знаешь где? Я начал. У тебя в очке. Зачем ты солнышко говоришь такие слова, долбоёб? Очко, бля. Ты просто очко. Там ещё на горе. Хэштег геймер очко. Бля, вы слились, да, пацаны, блядь? Вы такие конченые, клянусь. Я бы вас назвал... Я слился. Кто остался, мы киберспорт? Киберспорт. Меня подними, да, по-братски. Аза, я тебе скажу. У меня есть 4 смоет, но я не дам поднять карлика. Ну пошел ты нахуй тогда. Все. Три монету. Посмотрела, три монету. Да пойди. Кто подсосал? А, ты только один. А я подсосал. Геймеру делают больно. Геймеру всегда делают больно, да. Че тут? Такого. Его бронику ему очень больно. Ну и в очки у него тоже больно. Тихо. -2 головы, помоги. Ты чё слева? Сверху лабутанник. Помоги, геймер. Геймер, заражь его. Он сидит. Азам гранаты закидывает. Ну зар... Геймер АФК. Азам, ты спала. Ебать. Гиперка. Чё за звериный килл? Ты чё, геймер лучший напарник? Да, ну, не говори. Разве меня не бросит? Чё творить? Просто два.
сзади сейчас. Да, геймер в таким моментом только все будет. Заметили чат? Он спрыгнул. Тебе надо спрыгивать или снизу. Вон там за деревом он должен. Ну что тут? Давай, заходи. Зомби сервер разнес. Двое остались уже. Хорош. Я сейчас обыскали, да. Брат, киской доступ закрыли по моей вине, все мы ошибаемся. Я не хочу так просто покидать. Прими в основу. Через СНС желательно. А сколько снизу? Да не сколько, стреляй, сейчас встречать тебя будет. Надо машину на машину. 아, это они играют, по-моему? Да. Хорош. Нет. Это реально легендарный момент, пацаны. Заебал бежать, заебал ты. Минус весь сервер. Геймер просто молчит, не хочет. Геймер, серьезный тиммейт. Бежит, бежит, давай. Зажимай. Не, его зомби. Вообще бессмертный, блядь. Не, его. Ё-моё. Откуда у него? Привет, Азам, скажи, как можно громко горень топ-1. Он обошел, да, уже? Мне кажется, да. Бля, он бессмертный, реально, у меня тоже не летит в голову еще. Еще у него твой урон, который у меня. Нет, ты же давал голову, просто урон пофиг тебе. Ты крыса. За дерево. Просто зажимай гранату, кидай. Справа и давай, давай. Сколько? Ну, на второй пошел крыс, блин. Бля, вот это реально легендарный момент 2022 года. Вот это реально был легендарный момент,
когда я один остался против, охренеть, просто два сквада было, вот были просто... Уу! Вот это было... Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну, текст неудачи и всем пока-пока.